Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в форме мишки Тедди с веночком и букетом цветов. Для этого нам понадобится такая вот форма 3D. Выглядит она вот так вот. В комплекте к ней идет несколько резиночек. Также нам понадобится мыльная основа белая. Мыльная основа прозрачная. Также необходима будет отдушка. В этот раз я выбрала отдушку кофе и корица. Краситель пищевой розовый. Косметическое масло кунжутное. Перламутр сухой черный. И два вида косметической мики. Также нам понадобится несколько кисточек, таких вот, несколько пипеток пластиковых и термостойкий стакан. Для начала растопим небольшое количество белой и прозрачной основы. Теперь в растопленную белую основу мы добавляем несколько капель розового красителя. Все мелкие детали хорошенько остыли. Мы в белую основу добавляем несколько капель косметического масла. Добавляем несколько капель отдушки. И все хорошенько перемешиваем. Ждем, пока основа полностью застынет. Основа полностью застыла, и мы достали мишку с формочки. И вот получился у нас такой вот мыльный мишка Тедди. Теперь мы переходим к заключающему этапу. Это разукрашиваем мелкие детали, такие как глазки, носик и ушки. Для этого в белую основу мы добавляем несколько капель отдушки. Добавляем несколько капель масла косметического. И как краситель мы будем использовать черный перламутр. Теперь хорошенечко все перемешиваем. Варился в основе. Основа подостыла. Мы теперь с помощью кисточки окрашиваем мелкие детали.
наш Мишка полностью готов. Выглядит это вот так вот. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться.